То, что переживают граждане сегодня, это в большей части проявление погоды. Конечно, режим этот сейчас потребует уменьшения объема работы алюминиевого комплекса. Алюминиевый завод сейчас снизит в это время сейчас выбросы. Хотя бы двое-трое суток мы сейчас вынуждены поработать в таком режиме уменьшения объемов производства. Но сильно сократить выбросы транспорта и ТЭЦ сегодня вряд ли возможно, потому что пока холодно, и транспорт работает в повышенном режиме, и теплоэнергетика должна давать тепло, давать энергию. Но надеюсь, что это еще несколько дней, и погода будет меняться, придет циклон, подует ветер, и в Красноярске все будет нормально.